И мне показалось, Хурюк хотел пизды ему дать. Прикинь, Хурюка встретим, он Винс нас не будет пускать, будет отпизживать всех по очереди. Шемом. Шемом, внутри. А можно пасть? Да. Ну, плюс они в гильдию. Так, вар рога, вы идете в ТТГ? Так, ну, допустим, пока их закинем. Какой ТТГ? ГМХ. Да-да-да, ГМХ. Второй ТТГ. Тут 300 IQ надо, чтобы выбегать из-под босса. Это сложная хуйня. О, у нас блудник. А сколько? Ребята, виклик у кого-нибудь есть? Есть. Да. Какой виклик, я не знаю, что это такое. Не знаю, у меня 0, ну, охота. Я выбегаю. А, охота. Охота крепкая, нахуй. А есть охота слабая или что-то типа такого? Охота слабая, блять. Слабительная, блять. Въебал, блять, охоты слабые, блять. Прослабился, блять. Понос прохватил, блять. У кого-нибудь был когда-нибудь понос, блять? Не был. Я только что был. Ну ТТГ. Обдристался. 5 подряд. Блядь. Жидко, блядь. Сколько мы там расвакнулись? 6? Тыкать и инсику не могу присумонить. А, у него 226 IQ. Нихуя. Пошли хуярить, короче, заебался стоять. Пошли, блядь, пиздить мобов. Чё не надо? Чё надо? Короче, справа-лево там приводите. Полную пачку приводите. И справа, если вы кто-то сбегаете, и справа тоже приведите. Диспелить не забываем. Тут тоже будет ЕП? А ты шутник, Лёха. Что тут бывает? ЕП за диспела тоже дают? На груле? Ну, конечно. А, наверное. Диспель прямо сейчас. Я на магии не могу. Проклятие начнутся, да начну. Новогоднее, да, хочешь устроить состязание? На 500... Давай, Враёк, удачи тебе. На 500 ЕП, да? Ну, конечно, кто больше не диспелит. Да, Катрисе нужен, нету слотов, видишь? Пошли ебашить. Подождите, за диспелом будет 500 ЕП? Ну, а. Маги, да. Окей, я на короле включу этот какой-то дикус. Я тебя жду. Маги. Будут соревнования новогодние. Ой, да нафиг надо. Проклятие, блин, дикурс. Проклятие. Ты же сказал дикурс? Нет. Чикурс. А, диспел? Ну, вообще пофиг. Барабан, будешь дикурсить. Ну все, фейс будет дикурсить, можно сидеть дамажить боссов. Я заебался бегать, блядь, от этой хуни зеленой, блядь. Если будет 500 FPS, я достаточно побегу, что-то. Это новогодняя акция. Акция называется «Диспелят все». Это как танцуют все. Прямо сейчас, да? Да не, ну не сейчас. Минус один сразу. Треплюха хуярит. Решил, блядь, обогнать пацанов, блядь. Да ну, сука. Правильно, токен сами собой не выбьется. Я заебался бегать, пизда. Вы всех привели? Просто бегающий медведь, блядь. Сука, зеленая параша это, блядь. Когда ты не уже... бегающий медведь, ты спортивный медведь. Да. Ты сало скидываешь, чтобы зимой замерзнуть. Вот это хуёво. Поэтому надо печенье каких-то. Вот, видишь, чаржем обратно возвращаюсь, и все мобы обратно за мной. Ой. Так, что у нас, 2 ДК. И я на боссе. Холидринг на трэше тогда. Дал стан мобу. Нормально. Вроде должно пускать. Чё там?
Что, 24 у него руки еще что, пойдет спейлить. Больше никто не хочет? Почему, фул? А, ну давай. А теперь фул. Да. До этого места было ж. Да, давай, ты потанчишь, я съебну. Бич, который не бич, дай мне МК. Нет, ты продал мое, предал мое доверие. Бля, ТТГ. Давай без негатива. Не да, давайте воду, Войду чилить, пусть танчит. Спек на увечья, это нормальная тема. Ну хули, то ли ты после 2000 увечья даешь, то ли после 3. Разница в агро огромная, ну в перспективе. Так, ставлю рыбу. Сейчас пойду пока поставлю эти метки. 5 кубов там плюсуйте. Так, ромбик. Треугольник. На. Так. Треплёха первый раз, да? Такс. Блядь, где быстренько спек поменять? Давай шкаф. Леночка. Так, значит, на... Лена! На кубе я буду. Шелфир. Так, Бенстиллер. Врей. Так, кто еще, блядь? Леночка, нажимаешь кубы? Ну да, нет, давай водикон. Да ладно, в этот раз почиль, треплюха, как-нибудь в другой раз. Чё, врей? Ну а чё ты не прожмёшь? Ладно, давай. Чё там треплюх на эти треугольники? Да, лошок там чисто циферки брать. Я понял, блядь. Чё, заходите сюда, чё вы там сели? Катриси, а ты где там? Катриси сейчас чекнем. Ой, ты меня на куб поставил? Нет. А, я уже на всякий случай обосрался. Посадил. Он тебе на 2 куба поставил? Катрисия на боссе или на трэш? Значит, Катрисия на боссе, этот... Ну давай, первый Эвилаш, а второй Блудник, а третий Катрисия. Ну, Хлюдринг на трэше. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1... Чертворцев выбираем, добиваем. То эти пидоры бесконечно будут появляться. Так, еще там, по-моему, где-то. Вон он еще мудак 11. А все. Катрисия танчил? Да. У него мишка хороший, как у меня, такой же. Не, я имею в виду просто, что ты знаешь, куда танчить. Да, вроде. Танчил уже. Секунду. И ваша.
Так, заберите. Что там с агро у вас? Рави с печатью, не это? Пока на нем нету вроде. А, это ему босс уебал? Да. Рави сможешь ебашить. Печать, печать Рави сейчас, смотри, скоро надо будет каст стопать. 4, 3, 2, 1, стопаем. Теперь можем кастовать дальше. Печать новая, смотрим. Рэйшел, Фирен, Сика. Секунда, стопаем. Все, дальше кастуем. Там будет трэш сегодня, не? Печать снова, Сика, Равист. Сейчас 10 снова. Секунд вспышка. Кубы 10 секунд. Можно без трэша, я почти не просто. Стопаем. Равист, блин, проебал. Так, сейчас прокастует и будем нажимать. Нажимаем. Гнем кубы. Скелеты, блядь. Все. Гитаристы эти ебаные. Все быстрее скелетов пошли бить. Зергаем их быстренько. Блять, треплёха нахуй. Блять, почему? Ну на мне печать висела, я не мог все получить. Ну, нахуй, ничего страшного. Да ёбаные мудаки, нахуй вы туда подошли, блять. Вы все туда нахуя подошли. Ложимся нахуй. Вы что, ебанутые? Не покидайте тело. Не покидайте тело, не заходите в инст. Вар, блять, зависнет игра нахуй. Нахуя вы туда подошли все, блядь? Охуеть просто, блядь. Зайдите в лужу, подъебало. Станьте у босса, не бегайте как бичи туда-сюда, блядь. Он быстрее вас убьет. Станьте, блядь, в одну точку. Он бегает как дурак, нахуй, туда-сюда за вами. РДД, все бросают все, босса забывают, когда появляются скелеты. И зергаем скелетов одного за другим. Милики, туда не подбегайте. Вот там есть ДКшник, который не танчить будет, он одного грипанет, вот его будете бить. И Бурибай, и этот, и Рарник, вы его фиряете. И стан даете, играете только того, которого грипнет ДКшник. До этого босса бьете. И стоите так далеко, с такой стороны от босса, что в это белое говно из этих мобов и скелетов, нахуй, до вас не доставало, сука. Сейчас, если скелеты призовутся, сыграйте нормально, блядь. Нельзя на этой белой хуйне падать, блядь. Вот. Ну, я надеюсь, сейчас вызовется два беса, нахуй, и мы просто, блядь, зерганем, нахуй. Будто первый раз, блядь, взяли, подбежали. Ну, вар и Рога, я первый раз вас вижу, как вы играете. Вы взяли, подбежали, сдохли. Седжу, блядь, как дела? И Энг. Кто там еще сдохший был? Треплёха, ты вообще, я хуй знает, блядь. Куб нажал. Треплёха ж писал, он первый раз делал. Так дело-то не в этом. Держать надо до тех пор, пока 5 лучей в босса не попадет. Как попало 5 лучей, он пишет красными буквами в чат. Нет, только не снова, нахуй. И тогда ты отпускаешь, блядь. И все, блядь. И в луже не стоишь. Уже. Ставлю рыбу. Быстрее заходите сюда. Его, наверное, не в лужу он сдох. Он, наверное, сдох от гитаристов. Я не ебу, блядь, от чего он сдох там. Блять, ну чё такое? Вы дураки, блядь. Сука, нахуя вы запускаете, блядь? Какой пидор это сделал? Вы чё, ебанутые, блядь? Пиздец, блядь, бомжи ебучие, нахуй. Там диван. А я хуеваю с вас просто, блядь. Нахуй вы тыкаете, блядь, то, что не следно, блядь. Пизду, сейчас вас всех покосит эти два мудака, нахуй. Просто как бичей, смотри, блядь, раскидает. Ёбаный покос. Быстрее сдыхайте, сейчас не заходите в начало, блядь, а то они к вам побегут. Пизда, ну. Это не просто покос, это вообще... Залупа какая-то, нахуй. Рарник, просто уничтожение. Просто... Новогодняя жатва. Ебать. Да какое изгнание, блядь, сдохни уже, ну.
Или выйди с инста. Ой, блядь, да куда выйти, он хуй добежит до туда, бегать долго. Вот пока эти мобы на рарнике, мы время теряем. Вот, наконец-то исчезли мобы. Встаем. Так, они что? Так, у меня масс-реса нету тут. По седлам. Так, даю масс-рес. Те, кого не достанет, вставайте там. Деляночка. А, они бегут все. Все остальные бегите, кого не резнуло. Нахуй вы запускаете, сука? Чё, времени дохуя, что ли? Новый год, блядь, или что, блядь? Пиздец, почему нельзя нормально сделать всё? Пока вот эта вся хуйня происходила, блядь, записывайте себе там блокнот куда-нибудь, там тактику, блядь. Скелеты появились, босса бросаем, бьём скелетов. ТРДД. Милики, вы бьете только тогда, когда скелета грипнули. Вон там есть у нас консилятор, блядь. Это твоя конкретно задача. Одного скелета грипаешь, сразу первого. Грипаешь и в воздухе ему оковы даешь, а вырубай с ранником его фиряют. И вы его хуярите, все 10 миликов, блять. У вас 10 рыл, блять. Ну, 10 сколько там, 4 танка, 5, 6 миликов, 7. Нажимаем, да. Давай, рвист, сики залей Индра. И Зози тоже. Зози не вижу. По инсике. Сюда я чё-то, короче. Да, а где рыба-то, блин? Съели. Хуй знает, была, блядь, там где-то. Есть там чертворец, он есть где-то. Всё, последний. Ну, этих на быков добиваем. Так вот, еще раз рыба, резайте ману. Я бы им забагался, охуен. Ну, есть чуть-чуть. Да, вроде не. Сколько там до активации? 5, 4. Что бы ни прошло 3, в эту дверь, вы, 2, воины Гондора, 1. Будете стоять на месте. Понятно. Я пиздец. Бля, ты крыса. Копья во фронт. Напомню, потом займут эти. Я влетаю, как дракон, в репор. То есть уже можно, да, мутать? Да. Ты что там пьешь, блядь, бухаешь, сидишь на РТ, блин? Бульбик. Еще и куришь. А вы тут, говорит, сидите, пируете и курите. Солонинка особенно хороша. Так, готовьтесь стопать каст, бидон, стопаем каст. Стоп. Теперь дальше кастуем. Так, надеюсь, в этот раз нам повезет и выпадут бесы. ДБМ разбагался. Ура. 3 секунды до стоп-каста, 2 секунды. Секунда, стоп-каст. Все, молодцы. Дальше бьем. Так, 7 секунд до стоп-каста. Смотрим на себе проклятие.
2 секунды. Секунда стоп-каст. Все, дальше кастуем. Бы 15 секунд. Так, инсика бидон. Смотрите, не пробите ману. Маны тут не дохуя. 2 секунды до стоп-каста, секунду стопаем. Вспышка опять. Ой, я не стопнул, я мудак. Так, вызывают бесов, демонов. Нажимаем кубы. Держим, держим. Все, отпускаем. Вышли бесы, вышли бесы. Фулл ДПС сразу, вот появились они. И сбиваем все косты. Где бесы? Вот они. Архимонды вышли. Хуярим его. Под босса. Босса под босса. Демона под босса. И босса под демона. И всю эту хуйню сводим, кливаем. Вот. Стан ему, сбив костов. И диспел проклятий. Ты Плёха, ты где? Ты Плёха, ты где? Ты далеко очень. Доходи, бей мобов. К вам потом подойдем. Второго убиваем быстрее. Ну быстрее, где ДПС-то? Бидон стоп-каст. 3 секунды до стоп-каста. 2 секунды, 1 стопаем. Так. Третьего и четвертого демона бьем. Диспелим проклятие. Станьте их, станьте, станьте их. Готовьтесь. 2 секунды стоп-каст. Стопайте уже каст. И последнего демона добиваем. Последнего демона добиваем. Все, уже доты доедят, босса хуярим. Стоп каст 2 секунды. Хэлла, бидон, хольдится, стопаем. Все, нормально, дальше кастуем. 7%, ну хуярим просто. Что там? Слышка, да. Готовимся, возле кубов стоим. Демонов вызываем опять. Демона. Нажимаем, нажимаем кубы. Держим, держим, все, отпускаем. 3%. Ну давай, 2 демона убиваем и потом переводим босса. Стоп по боссу, отошли от босса. 2%. Давай вот этого демона быстренько все, весь рейд зерганули его. Сейчас босс переведется, готовимся идти в звездочку. Уже готовимся. Веди босса к звездочке поближе, чтобы милики там не остались. Все, этого зерганули. Давай второго тоже ставлю на него крестик. Второго тоже бьем. Сейчас босс уже переведется дотами. Подводи демонов тоже сюда. Сюда веди к звездочке. Все, босс пошел в центр, вышел третий моб. На него этот квадрат ставлю. Квадрат бьем. Еще четвертый там вышел. Без метки. Все сейчас в квадрат играют. Про босса забыли. Проклятие, помогаем, сука, диспелить, блять. Вот это квадрат добиваем и без метки бьем потом. Блять, треплёха нахуй обрыгался, блять. Диспельте проклятие это. Демоны накливаем. Быстрее, быстрее зергаем его. Так, я рисую треплёху. Блять, где ты? Треплёха, вставай, сразу захиливаем его. Дал лапку. Верим. Тут еще берса есть, так что не пробуйте ману. Ёбаный в рот, что я делаю? Из формы совы вышел. Бидон, ставь тотем, хули ДЦ на ману. Только что пропел, там рейд без мана уже куча времени был. А, треплюха давай на ману туда. Так, стопнуть кастом, готовьтесь, 3 секунды. Стопаем каст. Все, дальше кастом. Короче, бидонный нырок залил. Провист, залей по хэлла и нырок. 3 секунды стоп-каст, 2 секунды стопаем. Бать лаги. Стопаем каст. Провист проебал. Еще
еще одну печать. Хэва, ставь тотем шалфир на ману. Все было, пока сумку не включили. Что там, маги просты в этот раз будут после кролика? Арен, надо съебаться с инста, пока сумку не вручили. Да я в боссе просто оставляю. Ща, погоди. Блять. Сед же ГЦ, нахуй. Чисто даггеры сложи в эту сумку. Ай, блять. Сука, ну внутри это в первую очередь надо раздавать, блядь. Такой вздох слышал, блядь. Все же там просто мусором в сумке, нахуя. Ой, блядь. Терплёха, у тебя будет еще шанс. О, журавль, блин, ты двалит же хотел. Я понял, вообще, нахуй. Вообще, как выяснилось, это вчера топ оф хэнд. Даже лучше, чем с ЛКХМ. Да почему? Ну, может быть. Там СПД счёт... больше. За счет чистого СПД больше. Да, там дырки-то нету, в геровском даже нету. Он, да, хороший. Игрушка, пространственный проходчик, зона 52. Кому в хэнд-то надо? Алло, я забираю, короче. Чисто, чтоб ты ТПЦ. Зона 52. А вот этот посох надо кому-то с РП? Блять, тут никому нихуя не надо. Смотри, треплёха хотел замутить тебе. Так, посох кому, вару отдать? А, блять, у вас никого уже тут нету. А кто есть тут на распыл, блять? Кто еще в инсте остался? Холодринг. Холодринг. А, не, нету его. Ладно, тогда все закинул. Все съебались. Побоялись, что им сумку закинут. Прикинь, я как-нибудь сумки перепутаю. О, прикольно. Чё, сейчас типа за место этих, ну, птиц перелетных, типа на это? Сани, да. На вот. Санях хуячишь? Да, прикольно. Да. А эти, блядь, олени где, ну? Пиздили. Ёпа, она, брат. Да, так-то подумать, блядь. Вот если бы не крит, конечно, на этом оффхенде, блядь. Чисто за счет дырки из-под этого хуища. Нормально. Там ни хера себе. А максимально СПД это... А чё сразу не касается тоже, а? Теренас плюс журавль. Да, это максимальное количество... Ну, мы для ДС считали. И губа закаточная. Там за ивент и классный оффхенд есть. Крит хостовый, красная дырка. 264-й. Там по приору треплёха забрали. Площары нет, там только оружие. Чё, треплёха? Печеньку требует. Ну нету, блядь, у тебя приора на печеньке. Там был этот... Другие люди на печеньке. Ты вообще... Как и ДПС нету. У тебя 3000 ИП всего лишь. Тебе еще ходить реально. С консулом приора не выдаю, сори. Не знаю, чё вы... Консул и консул. Это ничего не значит. Просто чтоб... Это, писать заметки. Я еще не заработал печеньку. Писать заметки, чтобы можно было. Давай я расскажу историю, как я попал в лов. Давай. Ты мне печеньку. Если хуевая история, то ты, короче, 10 тысяч голды в ГБ ложишь. Если заебись, то печеньку получаешь. Не, слушай, не, подожди, не в ГБ, а каждому в рейде. Ебать, я понял, бля. Ну, всем, кроме Рависта. Стрижком ушел. Кроме Дзенстиллера. Ушлый-то ты, а не я. Где Ляныч? Вот этих двух, короче. Да, мне похуй, мне голда не нужна. Ну, на
Пошли, это выйдите там. Мне нужна, кстати, 25 кто, тысяч, кстати. Кто не ренегат, там красные какие-то уёбки стоят, сумните эту Ляночку. Сумните. Хорошо, припомнит. Где ты увидел красных? Ну так я-то ренегат, бля, они красные для меня. Тебя все красные. Мне пизды дадут, бля. Сейчас все вышли, Вайда отпиздит. О, все, шкаф тут. Стыкаем на сумму. Было у меня так один раз. В прошлой гильдии на ТДГ бегаю, квесты делаю, взяли. Красные отпиздили. Потом, ой, извините. Прочитал сразу ник. Ты им скажи, мудак, нахуй, глаза протри, блядь. Ты шо, не я так и сказал, к вам пришел. Иногда, если не поругаться на челика, он не станет реагировать никак. Надо прям встряску людям давать. Да, был хурюк и нет хурюка, бля, понял. Царствие небесное. Свинарник обратно. Хрюк. Да обидно, блядь, шем делаем типам нахуй типы ливы, ты, блядь, пиздец, просто дичь. Ну и надо контракт придумать. Так тебе сразу говорили же. Что он ливнет? Да, да. Сразу же сказали, что он, блядь, хвостик игнорил, что он идет к нему обратно, блядь. Да я и сам как бы, да я, блядь, понимаешь, я в диссе ему писал. Я, да факт, нахуй, они, блядь, геи, нахуй. Сука, блядь, любовники, нахуй. Я тебе отвечаю, нахуй. Знакомо. Я писал ему в диссе по-нормальному, говорю, блядь, надеюсь, ты не уйдешь, говорю, там. Он говорит, да нет, да, блядь, некуда идти, нахуй. Да не, я остаюсь. Ну, мне он так же писал, когда я его поймал. Пол, нахуй. Вот самые пидоры, это вот те, кто на слабых, на таких гильдиях, блядь, которые ни джайна не убивают, нихуя, шемы собирают, еще ливают, нахуй. Самые уёбки в мире, нахуй. Ну, хуже людей просто нету, блядь. Давайте, пошли танчить, хуярьте мобов. О, это будет ли без этого поднятие курс? Да, да. А, дружочек, ты не обгонишь. Да, будет 100 хп. Устроим конкурс. 500 хп, кто первый по декурсу будет. На втором месте будет, короче, 200 хп. Да, ты такой меньше, я тебя не обгоню. Короче, открыл вкладку рассеивания, нахуй, слежу за ряд соревнований. Ну хули. Спальте с них ревьюшку. А прикинь, там кто-нибудь из них босса сорвет, сдохнет, нахуй. Потом, ааа, бля, резни меня, резни, нахуй. Будет кричать, блядь. Я не курс проебываю. Бэм-бэм, ты спала, бурстани, я тебя прошу. Да мне похуй. Он в файре, он не бурстит. Это пенка, я ломчу. Кого? Я говорю, под стол пен. Ладно, победа. А где треплёха, он зайдет вообще, нет? Микрофон поправь, Бенчик. Бен, у тебя микрофон где-то в жопе, бля, нихуя не слышно. Да его ДПС. Ладно, пока все. Хуёво слышно. Хорошо, что вы хотя не сделали. А у тебя что, палки нету в инстиллере или есть палка? Да есть, нет. А, надо делать. Только Джайну, блин, не скоро убьем. Так. Ну, в среду? Катрисия, я короче, выйду, да? Я тебе не буду ставить эту хуйню, куда тебе упираться, сам там знаешь, блядь. Вот, Кеглер с королем. Так, Луну будет танчить кто? Давай, этот. Давай, давай Блуднига. Вилаша Олма, короче, держишь. Черепок вот здесь, ближе к нам. Ну, а Крестик танчит кто там? Холидринг, да? Так, рыбу надо? Нет, хуй знает. Треплёха, заходи. Жрите рыбу. Забери от огня ауру. Треплёха, ты где? Где он, блядь? Заходи в инст.
Веселель похоже на веселье, бля, я понял. Так. Проверка. С пула никто не бьет, ждем, пока агро танк наберет. Потому что сорвем моба, сдохнем, завайпанемся, будет хуево. Дает черт 5 танков. 4, 3, 2, 1. Смотрим, кто откроется. Так, открылся крестик. Смотрим на агро, пока не бьем. Хорош. Там 4000 агро у Лидринка, очень мало. Ханта нету у нас, никто не бьет, еще раз повторяю. В рей не бей, блядь. Ну, блядь, ты два коста дашь и сорвешь. Смотри внимательно, 23 тысячи всего агро там. Очень мало. С бомбами вышли. Немножко раньше наберите. Нахуй, уже минус один, нахуй. Это кто убил его, собака что ли? Собаки не было. Блять, почему вар сдох, нахуй? А что это? Рей, бей. Да там он, король бегает по рейду, блядь, и башит все. Так он его забрали вроде. Все, крошу потихоньку бьем. Так, кто там? Короче, ты дашь мы, дашь мы сейф. Готовимся прохиливать. Прохиливаем рейд. Любовую прожимаем. Опять он же открылся. Его же бьем. Вар пускай почилит пока. Так, рви стынер по бидону. Зози дай по хули ДЦ. Ёбаный в рот. Ты что, пошел броша бить нахуй? Алло, блядь. Ресуй, больше туда не бегай, блядь. Милик и кроша не бьют. Салю, дайте по врею. А что, кстати, на нем? А вот это захиливаемся. Треплёха дай на ХП. Сейф дай. А уже так захилили кое-как, я там помогал. Так, а чё он, на нем еще баф не слетел? Что-то поменяли что ли? Что-то поменяли походу. Опять смотри, он открылся. Какую-то хуйню сделали. Бью. Ну добиваем его, сейчас добьем уже. Я сейчас добью, тогда короля заберу. Блять, кто тебя убил нахуй? Я убил Крош. А нахуй ты у него стоишь? Ты что, баф не видишь? Сука, на нем открытый, блять. Бля, блять, бомж номер два, блять. Просто бомж, блять. Мэтфок, срез этого бомжа. Будет тебе обзываться, нахуй. Так ебать, это ливану среди. Бать. Пизда, все, обида, блять. Это знаешь, как ролик был про челика. Ну так мы тебе иннер закинули, у тебя мана фуловая была, сейчас у тебя ноль маны, нахуй. Че делать, блять? Давай я тотем поставлю. Трессия короля забрала. Ставь тотем. Хули ДЦ гимноману. Давай, хули ДЦ, давай. Нормально у нас маны, я сейчас сам рисую. Ну да. А кто там активен сейчас? Я не то, что типа, ну, чтобы обидно было. Ну так, это, блядь, как это, как знаешь, это рабочая хуйня. Ну типа, рабочая, это как называется, блядь? Не сленка, как называется, нахуй? Я очень ранимый. Для связки слов. Все, блядь. Человек. Да хули ранимый, блядь. Ты пугам там, наверное, кричишь, очень блядь. Тихий. Пугам кричишь, наверное, пидоры там, отбегайте, или, блядь, сейчас поменяю нахуй. Ебать. Ты, наверное, должен быть не ранимый, а. Точки, сюда! Вот правильно. Это я всегда, когда Новый год, это всегда так говорю. Сучки, сюда. С делами покончила, можно и отдохнуть. С рейдами покончено, можно и отдохнуть. Сучки, сюда. Ляночка, ты не против, что мы так угораем? А Юля типа, ну ладно. Юля, сори, блядь. Я просто голос Юли не слышал, поэтому не знаю. До сих пор не знаем, существует ли Юля вообще. Да, кто знает, так может что... там... Да существует, там Геншин подтвердил. Геншин, блядь. Подтвердитель, да, тоже мне, блядь. Давайте луну бьем. Это сучка, блять, а. Это что за фонтан из людей? Бичи, блять, возле кеглера стоят, там ману резают, блять. Ой, то есть из бичей. Мужицкий дождь.
Мудфокс фуловый просто по мане стоит. А, Мудфокс вообще в ДД нахуй. Ебать. Мы, оказывается, в 4 хила это все хилим. Да ну нахуй. Ладно. И еще один лежал. И при том, смотрите, дикурс еще не был, блядь. Я даже на кнопку не ставил. Сейчас, подожди, дикурс поставлю. Сейчас, может, я выиграю, блядь. Я пизда вам нахуй. Сейчас у меня как начнет, блядь, сука, все равно стопала. Они как что-то сделали, да? Что-то да, какая-то хуйня. Они подряд открываются все, да? Почти. Киглера побили, другого начали. Просто так, так сходится. Звезды сошлись. Так, бидон ставь тотем, треплёха гимноману. Быстрее, быстрее, треплёха, ну жми, блядь, гимн, где ты? Сука, треплёха, блядь. Ну проебали, столько маны, блядь. Ну следующий по-любому будет лог, да? Я прям готовлюсь диспелить, сука. Иглер. Лог. Будет. По-любому. Сколько? Вот смотри, 8 секунд. Давай. Сколько ставишь? 100 голды ставлю. Есть ты, Иглер. 300, лог. Я уже прям спамню диспел. Все, три моих. Блять, диспел, 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 быстренько, сука. Герус, дайте. Ну где, ёбаный, во. Давай работаем, диспельщики, блять. Я выиграл. Хилить не будем, да? И почему надо? Сука, нет, я отлетел. Да заебал он откидывать, на. Твари. Я выиграю, выиграю, выиграю. О, блядь, там умные начали через танков первых диспелить. Я понял, блядь. Как дела там, блядь, диспельщики? Это, чё, я выиграл, походу? Нет. Сука, блядь. Сейчас упадём все. А Красноярск висит? Не знаю. Ты и похуй, упадем, да и похуй. Не упали. Сейчас еще шанс выиграть диспел будет. Че, ровист выигрывает? Бен. Бен заебал нахуй. С печенькой. Так, ну-ка открываем диспел. Бен на первом. А, нихуя! Мы с ним выиграли нахуй по 500. У меня показывают у Бена 32, а у тебя 30. У меня показывают 31 у меня с Беном и по 24 у Рависта с Хэла. Ну вот вам по 200, нам по 500, блядь. С ДПС будет доп ЕП? Что-нибудь такое? Сидят там доп ЕП себе кидают. Ну это такое, это новогодний конкурс. ДД ДПС давай. ДД ДПС. Скам на ИП, короче, просто. Чисто на, блядь, это. Себя, чисто, блядь, чисто между собой те, кто, блядь, диспелить может, да, нахуй, накидывает себе ИП. Да заебали, ебаный. Пацаны старались, нахуй, чё вы. Если бы они не... А я тут сижу и просто дотки кидаю. Чисто чилим сидим. А, я понял, блядь. Ну давай тогда, чё там... Первому по ДПС дадим, и кому еще? И Хэпалу, который не хочет играть Хэпалом. По ХПС дай кому. Первому по ДПС мешал Перлу, типа так. Я понял, а танков нахуй обделили. Да. Так, давай, смотри. Даем Шалфиру, потому что он первый по ДПС. Даем Инсике, потому что он играет Хэпалом, но не хочет им играть. Его заставляют. Даем тем, кто спекается в... Даем тем, кто спекается в танка. Ну вот, допустим, Холидринг спекнулся. Даем Вилаши, потому что он танк. Даем Блудниги, потому что он танк. И кому еще? А кто это? И Трепляшки за то, что ему покин не дали, да? И Катриси. Катриси. Катриси даем. И Катриси за то, что он спекнулся, как красавчик. А кому еще, ты говоришь, Треплехи, да? Треплехи, потому что даже если ему дать 500 ЕП, то он хуй сейчас ролит. Тогда даем ему два раза по 500. Нормально попуск такой. Все, все довольны. Кому еще дать, нахуй? Не все довольны. Кому? Дай мне 10 ИП, пожалуйста. Так.
Сколько, как ты говоришь, 10? Слышишь, а можно мне вместо 500 ЕП минус 500 ГП? Так. Сейчас чуть-чуть жирновато. Так, Бурибай хочешь, да? Так, на, пожалуйста. Новогодние 500 ИП. Кто еще хочет? Я давай тоже. Под, подарок я твой, да. Равист? Ну, теперь тогда 490. Ты заебал, блядь, бать. Надо было сразу говорить. И летать по нарсколу не надо. Вот они пройдут. Да ты Фоксу отсыпь что-нибудь. Кому? Больной играет. А, в натуре за болезнь тоже надо отсыпать. Так, больное, типа, больное ублюдок? Смотри, вот сейчас смотри. Опа. Заебал, сука. Так, Равис, сколько тебе давать? А, это предложение, короче, прописываешь, короче, ролл от 1 до 1000. А я не умею. Сколько упадет? А, ну-ка давай. А как это написать? Ну-ка, напишите кто-нибудь. Ролл 1000, просто напиши. Ролл 1000. 524, так и выиграем. Так и запишем тогда. О, сюда, сюда. 24, да? Что вы там делаете? Ебать, сколько там челиков. Триплюхи я и так уже косарь дал. Сейчас подождите, не пуляйте. Так, триплюха повезет или нет? Ну, наверное, не повезет. Там. Вон там 10 челиков рулят. А чё, когда табличка вылазит, чё надо написать? 10%, гриф, 50%. Ну, если тебе нужна печенька на мейн, 100, жми. Инсика пришел. Так, две печеньки. Так, пояс. Пояс надо кому-то, нет? Так, на распыл. Это все параша, это на распыл, все. И пуха надо кому-то, нет? Тоже хуйня. Распыл тоже. Все, побежали. А где это? Валфар Рога. Заходит, нет? Главное, что блок пробежал. Смотрите, что блок, главное, не сдох. Черепок на лок поставил. Бля, меня убило, сука. Если убило, не покидайте тело, в начало не заходите, потому что мобы на вас побегут. Добегайте до туда, черепок спасите. Черепок добежал там, нет? Лёха, на тебе диван. Что-то близко сильно. Надо, чтобы сдохли, чтобы люди сэвейдили там быстрее мобов уже. Вон там Вилашу. Энха, блуднига бьют. Встаньте спиной. Инсика. Зози, Бенсиллер, блядь. Энх. Все, вроде сэвейдились. Все, теперь вот когда сэвейдились, давайте масрез. Все покидаем тело, кто далеко лежит. И нас присумали. Заходим. Так, теперь кто будет под ебалом? Так. Так, ну я вот не уверен во всяких... Ну, смотри, желез там пошел, сейчас убью, говорит, всех. Этот, слышишь, этот... Гринбалан и Валфар, вы знаете, что такое... что такое забегать? Короче, в пизду, я не буду это. Просто нахуй. Так, кого мы туда поставим? Когда сказали за спину, все стоят за спиной босса. Я пока под их... морду, значит, под мордой босса. Я их убрал пока оттуда. Так, танки будут, короче, блудника с этой, с Вилашей, остальные в ДД спекайтесь, хотя подожди. Давай я почилю, руки позакрываю. Под ногой два шипы. Холи дринк на руки. Вот Зози туда. Зози, ты сообразишь, да? Подъебало забегать, выбегать обратно из подъебал. Так, холи дринк на руки. Вы реснули рейд? Вы что там, блядь, лока ресните и сумоньте всех? Чё вы там, блядь? Или вы сдохли еще раз? Астрис, дайте кто-нибудь. Ты в кота, да, Катриси. Не, Бурибай, надо... Бафайте, поссать схожу. Надо под ебалом постоять.
Гляночка, вставай. Сумонти. Ну это. А, ты что, побить? Хульдринг, что, побьешь или что, или лагаешь? Он отошел. А, ладно. Да, да, Равис, подъебало. Там выбора нет, там. Да, давай в коте. Там потому что это новые вар с рога, они затупят и будет хуёво. Мы, короче, с этим, с хулидринком руки позакрываем. Две штуки. Остальную, одну третью руку РДДшники, там два мага. Шалфир, Вадикон, Треплёха, смотрите, Яночка. Так, забегание, выбегание, рарник говори про вот это, ну или кто там. Да, давай рарник. Когда вам забегать, когда выбегать. Где бидон? Не логается? Писал что-то, нет? Что-то бидона не видно, блять. Не вижу, где он. Так, Мэтфокс, это самое, ты в этого, в хила. Там будет рарник говорить, когда забегать, когда нет. Вот на рарнике это метка, вот поставлю квадрат. Блять, куда бидон делся? Диси он нет. Сука, что-то не видно, блять. Давай этот самый, пока бидона нет, Бурибай. Блять, спекнуть нет его. Ай, сука. Надо еще хила, короче. Да не захилят, блядь, там настакается. Ну, ладно, похуй. Давай, попробуем оставить. Попробуем так, ставлю рыбу. Съешьте рыбу. Ты в хиле? Не, да, давай это разок так тронем. 4. Жестко, конечно, будет. Но если да, что, у нас 3 гимна есть. Ну, под конец. Плюс 2 ДК с незыбками. Дайте кулак по троллям, пожалуйста. 4 людьми. Лови. Так, напоминаю, первая и вторая пати под ебалом. Должны все... Главное, кулаки лицом не ловить. Блять, там Энх, нахуй. Энх, ты это, знаешь, там тотем, который ставить, чтобы поглощение было там, или что, вот это, с его хуйню. Когда 30 стаков будет? Каменного когтя. Что у тебя вообще по броне? Щит там есть? Чего у него там? Есть щит свапать, одевать? Ну, что там броня? Вот, если на скеле прям свапать будешь, ну, первые два удара нормально, а вот третий удар, если там 30 стаков с лишним, то одевай, чтобы меньше по тебе физухи приходило. Все, проверка. Равист готов? Дайте, кто кулак дает там по друидам, блять. А мне 30 минут висит, значит, на нем тоже должно быть. Кто МТ? Вилаш? Да, Вилаш и МТ. Дайте по Рвисту кулак, да. Блять. Еще раз, кто там? Дайте кулаки, кто дает. Да не баф. Есть, наверное, кулак. Есть. Я не вижу. Он мне не показывает. Я вижу. Есть, есть. В четвертой строчке. Мне не показывают. Много. Есть на Рависте кулак. Все, похуй, короче. Есть, нету, похую. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. У меня, короче, 10 минут, и мне надо будет отойти на полчаса. Ну все, блять. Пиздец, не убиваем расход, нахуй. Забежали, быстрее, быстрее, быстрее. 12, нормально. Руки.
хуйню придумали, блять. Запоминание нажимаешь, и стаки не показывают. Сейчас после этого руки должны быть после удара. Выходим. Пошли. Руки. Все справа руки. За, еще сзади, один, еще сзади. Один. Ага, все нормально. Хуя подстава какая, да? Угу. Под лицо, быстрее, 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 забежали, забежали. Так, сколько там? 11, нормально. Смотри, Припеха. Этот... Следующую руку закрываешь под боссом. Полидринг, смотри, там скоро разольется огонь, туда шар прилетит. Вон шар летит. Уходи, 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 уходи оттуда, отойди влево немножко. Все, огонь. Руки закроем. Треплёха, закрой руки. Павры киньте сами. Блять. Под боссом ты закрываешь Пену руки. Врей. Под ногой. Под правой ногой, блять, смотрите. Убежали за спину. Что-то мне... А, вот печь скоро будет. Блять, еще видишь удар на двоих. Сейчас руки. Идем, закрываем. Забежали, захиливаемся сейчас хорошенько. Забежали. Вадикон, помогай сейчас на адском, на следующих адских помогай, через себя цепуху давай. И кто еще? Энг тоже через себя давай. Кто там еще может хилить? Короче, на следующем адке, на адском начинайте хилам помогать. Так, Холи ДЦшнику дал маны. Так, готовимся сейчас руки. Закрываем. Убежали за спину. Треплёха, руки. За спину убежали. Под боссом. Не закрыли. Блять, мудаки, нахуй. Вы здесь стоите, слева рука, нахуй. Чё, не видно, что ли? Там кто-то был. Так, там блядь, стоял кто-то. Никого там не было. В руке прямо. Ну как это не было? Выбежал. Ну там было. Вон на череп даже стоит. Забежали под лицо. Треплёха, гем на хп, давай. Так, Ляночку резаю. Убежали, ё-ма. Чё 100%? Откуда? Вот, теперь подъебало. Сотка опять. 8, нахуй. Два пидора каких-то. У вас два каких-то уёбка не забегают, нахуй. Забежали, быстрее, забежали, забежали, забежали. А там кто-то упал, вар? Или он танк? Да первая, вторая пати живые. Вот, теперь 12 человек, нахуй. Этот... Хэлла, ставь тотем. Хули ДЦ гимноману. Мэтфокс. Еще надо будет идти. Мэтфокс, рез и вара, пускай еще подамажит. Вот сейчас после этого уходите. Все, сжигает. Руки, руки пошли. За спину, за спину. Руки под босса. Покрути там босса, что там, печка активная, нет? Что на нем? Печка. Я не вижу на босса, вот теперь он, только есть. Он горит. Бля. Ну сейф, вот блядь? Еще хуйня, блять. Все, сейчас будет адский. Все, забежали под лицо, быстрее, быстрее. Дал спокойствие. На следующем адском будете спокойствие Равист, Зеза давать и Мидфокс. Руки. Руки. Закрываем. Закрываем в центре, помогите. Не проебите только руки. Так. Равист, Иннер по Хэлла. Катрисия по Мидфоксу. Зози по Холи ДДЦ. Стоим, стоим, стоим. Сейчас после... Сейчас на косте будут руки. Блять, ДПС где по боссу? Сейчас печка, блядь, там должна быть, обжигайте эта печка. Вон, уже обожглась. За спину, за спину. Все, за спину. Да, да. Закройте слева руки. Скрываю. Слева кто-нибудь. Быстрее на дощечке, сука. Есть. Адский. Подбежали. Шалфир, шалфир на ХП, быстро. Шалфир на ХП. Захильтесь, захильтесь, захильтесь. Блять, у Хэлла мана нету, нихуя. У меня Иннер еще. А нормально, десятка пока. Вот Фокс по себе дашь, я по Хэлла дам. Готовим, сейчас руки будут. Так, руки закрываем, иду слева. Так, сейчас... Да, что там, спаун там? Так, следующий... Стоим, стоим. Следующий адский, короче, будут... Убежали за спину быстрее. Блять, а у нас у всех КД. Сейчас, короче, у всех КД на гимны. Следующий адский надо помочь а хилам. За спиной, за спиной.
Инсика, с чем массакру дашь на адский? Вот адский, готовься массакру давать. Инсика, давай массакру. И захиливаем, помогаем. Под лицо, быстрее. Руки закрываем. Так, закрыл. Сейчас стоим. 6 лямов пробуем. Дохуярить. А, блять. А надо всегда так говорить, блять. Вот я там через 10 минут ухожу, там на полчаса, блять. Эти люди нахуй играли, блять. Пацаны, у меня 5 минут, давайте убьем быстро. Ружка. Нихера себе. Это дедушки надо, да. Так, была пару кружку там. Впервые вижу, это метательное. Я второй раз. Танковская. Ну да, неплохая, кстати. Ну, Фокс, а у тебя не установлен лутмастер, тебе надо печеньку, нет? Да, на этом компе нету, поэтому 100% даю. Так, ну я вам уступаю в этот раз. На следующий рейд буду забирать, наверное. Катрисия и Мэтт Фокс. Так. А чё под ним снежок идет? Это кто пустил? Новогодняя какая-то хуйня. Кому нужна кружка? Мне. А чё 50%? А потому что хитрожопый. Угу. Тут, короче, сотку энх нажимает. О, зашибись. Окей, давай за 100. Хорошо. Тут есть еще шмотки, стоят 100 гп. Полная стоимость в этом инсте. Только печеньки, а, да? 200. Так было, да. Же 200. 200 только печеньки стоят. 200. Ну ладно. Так что, видишь, ты переб сделал. А эта хуйня надо кому-то. Вар, на, будешь тончить. Так, праздничное ИП двойное. Это сюда, каминорчик. 2400. По той же схеме, короче, Венгер накинешь. Так, Зуламан обещал, ну давай, это. Чё ты говоришь, а кому Лингер мы там чё? Хэла. Кинь, ага, сейчас перекину. Слава, поставь на завтра в календарь. Ага. Чё там, как обычно, в 4 будем? Спасибо. Всё, ладно, всем удачи, пока, пошёл я понемногу познаю. Кто там собирает, Зломан? Кто собирает, да. На кого чё? Я собирал. Да, вклады. Я сейчас уйду минут на 20-30, не знаю, если...